например, если прям жара, очень нужно или банту одевать, или кепку одевать. А если это не делать, будет солнечный удар. Вот. Ну, когда жарко, я вообще гуляю, но я гуляю не так, чтобы... Ну, я гуляю в майке или в шортах таких коротких очень. Вот. Или вот мы когда ездили с мамой на, ну, и с ее подругой, моей подругой, мы там купались, катались на ватрушках. Вот тогда было не жарко и мне нравилось там. Можно включать вентилятор, пью холодную воду, ем мороженое, купаюсь. Если не спасаться, тогда... Ты можешь загореть, может быть солнечный удар. Мне больше нравится жара, потому что можно побегать, можно купаться. Ну, я одеваю головной убор, беру с собой холодную воду и прячусь от солнца. А лето я не очень люблю, потому что тогда жарко. И можно получить солнечный удар. Можно пить холодную воду, есть мороженое, идти купаться. Мой любимый способ – купаться, потому что вода будет холодная, когда купаешься. Будет прохладно, хорошо. А когда ты не купаешься, тебе очень жарко. Я пью воду холодную. Иду в храм попить там воды. Иду в тенек, кушаю мороженое, если очень жарко. Потом, если мне очень жарко, я бегу домой, одеваю кепку, иду дальше гулять. Ну, летом нужно, когда гуляешь, одевать кепку и иметь с собой бутылку воды. А или если летом... когда ходишь гулять, не надевать кепку, то можно получить солнечный удар. Я могу пойти на речку, пойти на водохранилище, могу съесть мороженое, могу пойти куда-то в тенек. А еще, если есть много мороженого, можно простудиться. Это будет плохо, потому что нельзя будет ходить там куда-то. Купаться, и больше нельзя будет есть мороженое, пока снова не станешь здоровым. Я спасаюсь от жары, я одеваю легкую одежду, сарафан, одеваю панамку, либо кепку. И надо пить воду, одевать панамку, чтобы не был солнечный удар. И одевать легкую одежду. Спасаться от жары надо всегда одевать кепку или мазать со кремом от загара. Если этого не делать, будет солнечный удар, одежда будет мокрая и тебя отвезут в больницу. Одевать кепку, воду брать с собой, ходить в футболках, в шортах. Надо одевать кепку. Воду с собой брать и солнечные очки. Если слишком жарко, надо зайти в тенек. А если этого не делать, тогда заработаешь себе солнечный удар. Мой любимый способ спасаться от жары – это выпить прохладную воду или же обдаться душем летним. Температуры летнего дождя. Надо спасаться еще кепками, идти в тенек, чтобы не получить солнечный удар, потому что можно упасть. Я люблю лето, потому что можно купаться, можно загорать, и можно еще ходить в лагерь. Потому что в лагере очень весело и купаться очень весело.